Корея. Его что, за красивые глаза взяли в ВПЛ? У вас была потрясающая команда ереванского Арарата. Потом Гудениус сотворили. Ну, грузины в Евро вошли, а Армения в жопе в футболе. Понимаешь, вот я про что говорю. Мы футболисты, которые стали в 73-м году чемпионами Советского Союза, сделали дубль. Алеша Абрамян. Вот тот же самый, он не отец Мхитаряна, но родственник его был. Но же он тоже играл там. Там потрясающие ребята были. Адиасян, Аганесян, но Аганесян позже был. Ну там Заназанян. Это были великие футболисты, которые у Баварии. Арарат 73 – великая команда советского, не армянского, а советского футбола. Там и Симонян, я не знаю, по-моему, по-армянски он не говорит. Но это не важно, не важно. Факт то, что сейчас сколько денег у вас? Армянская диаспора крупнейшая в мире, а армянский футбол в жопе. Почему? У меня сердце кровью обливается. Грузины, латыши были на Евро, а армяне, которые были великими футболистами, они в жопе. Почему? Ребята, вы лучше об Армении думали бы. Лучше бы думали об Арарате, как поднимать команду, как поднимать армянский футбол.